четыре человека представляют, что они якобы путешественники. Подожди. Четыре человека думают, что они якобы первооткрыватели, такие супер путешественники в Новосибирской области. Чуть добавить надо гиперболы и самоиронии. Якобы путешествуют, снимают красивые кадры, якобы находят уникальные места, в которых никто не был. Выглядит все это так, будто ты улетел на другой край Земли, а может даже и на Луну, и показываешь сверхъестественные места. Все должны облизываться, смотреть и хотеть туда поехать. Просить у вас хэштеги, геолокации, чтобы все ехали и наслаждались тем, что якобы вы испытали. На самом деле херня. Новосибирская область, Новосибирск, очень скучное, плоское, ровное место. Нет возвышенности, куда можно забраться и действительно понять силу природы, этих деревьев, увидеть большое небо, яркое солнце. На самом деле все плоско, по-обычному. А то, что мы видим разрушение, пытаемся передать им эстетического образа, это глупость. Глупость, дверь открой мне, пожалуйста. Камера, все. Да. Все заканчивается. Вот сейчас включилась камера и закончилась.